Так, сейчас мы, наверное, пойдем во второй акт. Попробуем найти эту заложницу. Неизвестно, правда, как. Тут поменьше артефактов. При убийстве врагов повышается урон и скорость атак. Эффекты зелий длятся дольше. И зелье выкидывать нам. Меняйте предметы. Враги превращают так. Меняйте предметы. Так, а если он сейчас умеет вот этот предмет? Нет, нет. Знаю, что он поменял. Наверное, вот эти предметы он меняет. Не знаю. Так, здесь тоже есть какой-то. Что-то там тоже. Может, кстати, здесь сейчас и будет заложница. Да, скорее всего, так и сделано. Так, потише. Нет. Потише там, наверное, он же. Да, здесь он же сидит. Паца. Ну, вот и нет другой. Так. Не годится. Ну, там заложница будет. Тогда было бы удобно. При убийстве. Так, нам надо 2000 собрать. Скорость атаки он не повышает. Скорость атаки вот прям не написано. И бьет так же медленно. Надо будет вернуться, там этот продавец. Появляется больше еды, то есть вот дополнительная еда появляется в любом случае. Дает скидки в лавке. Так, в лавке Дибла. Это кто? Палочник. Это, наверное, Дибла, это в начале там. То, что вот в убежище, вот здесь сверху у него скидки были. Ладно, берем ХП. ХП. Урон, бомба. Не берем. По 20 отнимали, уже по 30 отнимает. Так, стандарт. Повышает скорость движения, атаки и бросков в начале боя.
Даже селяне иногда могут запугать врагов. Такое я еще не видел. В начале боя только. Так, хватаем. 5. Чертеж клык тени. Клык тени. Повышает шанс критического удара. Темные, слегка пятнистые звери, идеальный камуфляж для охоты в полутьме. И второй попробуем. Третий уже не будем. Было бы целое хп, можно было бы потыкать. Нам еще заложницу надо найти. И 2000 набрать. Через ключ. Так, это уже плюс 10. Артефакт, у нас ключа нету. Опять ты. Так, он, кстати, бегает быстро. Теперь нет. Пока в бой не вступишь, он бегает быстро. Урон уже почти одинаковый. Так, сейчас по-любому еда будет. Так, это также 360, да, значит скидка вот это действует. Хранилище. Цены все такие же. А ключ нам вообще нужен? Это огонь поджечь. Почему-то у нас бегает все равно быстро. А, это то, что стандарт в начале боя бег. А это не от сапог зависит. Хотел перепрыгнуть, а сюда нельзя. Больше нету ничего. Так, сейчас всех превратим в золото. Куда понес? Прям целую летучую мышь хотел снести. Забрать. Два ключа было.
Так, этих пока не видно. В прошлый раз они были под обычным таким камнем. Может, и здесь они где-нибудь под камнем обычно бежат. Так, что вот как так? Раз, два, три, и все, и убили. Не нашли мы. Идем еще раз искать. Можно купить 970. Два. Так, ну можно предметы, в принципе, пускай от этого улучшим. Предметы брать на расстояние. Распродано. А ну пойдем темницу искать. В прошлый раз она была в подземелье 2. Так, вот это хорошая штука. И огонь. Этот сверху находится. Попробую здесь убрать ее. Жалко. Сейчас он бьет почему-то мало. Тогда он бил намного сильнее. Это его улучшало. Ключа нет. Его просто так стрелять. Платная еда. Ничего не будем. Не будем тратиться. Так, а вот так, кстати, по мне не наносит урон. Эти дальние бесит. По чуть-чуть, но она относится, снимает урон.
Раз зажгли, два зажгли. Три зажгли. Так вот, и четвертый еще. Да, четыре, то есть это как секрет такой. Зажгите четыре по бокам, получите сундук. Еда. Хорошо прокачать, чтобы с одного удара их убивать. Так, может быть здесь он? Может здесь должно быть? Нету. Нету подземелья. Или вот это, наверное. Может это как идет? Смотрим. Тоже нет. Похоже, как стена такая в полу. Значит, тут нету. А где же мне искать эту темницу? В первую очередь. Здоровья.
пока нам не найти. Здоровались. Этих можно скидывать. Сейчас опять умрем. Так, даже не знаю, где она. Когда, наверное, пока будем прокачиваться, раз нас пока еще убивает тут. Будем ходить в третий зал. Прокачаемся, когда будет более быстрее все это проходиться. Так, эффект зелья длится еще дольше. Там 2000 стоит, тут 1200 по минимуму. А вот, ладно, кирку взять. 30, 34. Да. Так, ну, тогда у нас какой? 15-й забег, и в залы пойдем.